Свое 35-летие отмечают в этом году Щелковская ветеранская организация, Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Вот сколько заслуженных людей она объединяет сегодня, а создавалась когда-то для поддержки и помощи непосредственно участникам Великой Отечественной войны. И во главе стояли тоже бывшие фронтовики. В память о них, в честь юбилея организации и, конечно, в преддверии Дня Победы, в городском парке рядом с Центральным дворцом культуры представители первичных ветеранских ячеек городского округа высадили аллею сирени. Акция прошла при поддержке местного отделения «Единой России». У истоков организации были самые «золотой фонд», как я называю, наших ветеранов. Это участники Великой Отечественной войны, кто непосредственно ходил в бой и завоевал эту победу. Поэтому мы приняли решение в честь 35-летия образования организации заложить аллею памяти именную. Город благоустраивается, нам это приятно, чтобы в парке была тоже память, но должно передаваться вот из поколения в поколение, уже пятое поколение после войны. Участников войны, руководивших Советом ветеранов Щелковского района и его отделениями в микрорайонах города и поселках, немало. 13 лет возглавлял районный совет ветеранов его первый председатель Юрий Резниченко. А разве забудешь эти имена? Андрей Гладилин, Чкаловский, Павел Загайный, Монина, Мария Нежута, Щелково 4, Александр Каркач, Щелково 7, Николай Харитонов, Фрянова, Илья Козлов, Медвежки и другие. Вот о них в память это сирень, пока еще маленькие саженцы. Почему сирень? Сирень – это настоящий символ Великой Победы. В мае 45-го она вовсю цвела на улицах освобожденных городов и деревень, по которым возвращались домой советские воины-освободители. И счастливые жители, радующиеся долгожданному миру, приветствовали их ветками сирени. Вот этот прибой, он должен быть наверху. Сознанием дела сажал сирень депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. И дело не только в том, что не первый раз участвует в подобных мероприятиях. Корни у меня все-таки сельские. Почему? Потому что в сельской местности вырос. И, кстати, первое мое профессиональное образование – тракторист-механизатор широкого профиля. Поэтому с сельским хозяйством знаком. Ну а действительно, за последние, можно сказать, 22 года вот, с начала создания «Единой России» мы эти акции проводим по разным абсолютно поводам. Сколько уже было юбилеев, сколько было памятных дат, и мы всегда одно из мероприятий обязательно уделяем нашей природе. Ровно 35 саженцев белой и голубой сирени по числу лет местной ветеранской организации. В скором времени рядом появится баннер, на котором будут портреты тех, в честь кого эту аллею сегодня высадили. А что еще важно в этих патриотических памятных акциях в преддверии Дня Победы? Чтобы их смысл поняло и прочувствовало молодое поколение, ради которого это все, в общем-то, и делается. Сегодня мы, активисты молодой гвардии, приняли участие в акции «Аллея памяти». Помогли ветеранам посадить кусты сирени. С праздником вас, 9 мая! Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.